Всем привет! Сниму небольшое видео. Как видим, находимся в торговом центре. Опять реклама машин. Просто Peugeot. Ноутбук внутри, а здесь пошло Peugeot сзади, как прям Tesla. Семейная, чтобы чемоданы закидал и погнал. А внутри салон. Клавиатура как пианино какое-то. Едешь и играешь на пианино. А вон Tesla ездит. Американец стоит, джип. А вот кто видел фиатик, я такого, если честно, даже еще и не видел. Так прям сделали уже. Range Rover. Ягуарчик красный. Конечно, смотрится чётенько. Тут такой его... Лексусы. Как же Toyota. Там дальше велосипеды. Там охотники за клиентами. И любители мотоциклов там пару есть. Амортизация именно. Чуть даже рисунок
Фиат, конечно, смотрится. Как в фильме каком-то, непонятно, что-то. Включаешь азот и погнал. Кто знает, для чего вот это. Ну и самый мощный. Вот здесь есть спидометр. Все, а на остальных уже везде электроника. Ну, как-то так, небольшое видео. Все, всем удачи. Всего наилучшего. Будьте бдительны.